Суд обязал Министерство транспорта области возместить убытки за провоз льготников. С ведомства будут взысканы средства в пользу лысогорского предприятия-перевозчика. Убытки образовались в результате неисполнения министерством договора о предоставлении субсидий за провоз льготных категорий граждан. За прошлый год размер убытков составил 33 тысячи рублей. Компенсация перевозчику так и не была выплачена и теперь будет взыскиваться в судебном порядке.